Жеребьевка для участников веселых стартов состоялась еще в конце октября. В этом году тематикой соревнований стал чемпионат мира по футболу. Каждая команда представляла одну из стран-участниц Мундиаля. 1 декабря работники 24 предприятий «Алроса» и «Города Мирного» вышли на старт соревнований. Были различные предложения, но идея с футболом победила, потому что это очень яркое, всем запомнившееся мероприятие. И среди трех тем мы рассматривали, все проголосовали за футбол. И мне кажется, что тема очень благодатная. Из года в год на веселых стартах профсоюза «Профалмаз» побеждает даже не самая спортивная, а самая сплоченная команда. Чтобы стать лучшим в каждом этапе, нужно главное – слаженные действия всех участников команды. Отличные впечатления, прекрасный конкурс, хорошее времяпровождение для выходного. Супер! Спасибо всем за организацию! Когда работаешь в разных сферах, редко пересекаешься на работе, а тут можно пообщаться, узнать друг друга лучше. После каждого этапа команды с худшими результатами сходили с дистанции. В финал веселых стартов вышли сборные трех предприятий. «Алмаз автоматики», Мирнинского регионального технического колледжа и управления автомобильных дорог. Финалистам нужно было быстрее всех пройти заключительные испытания и угадать название футбольного клуба. Первый финальный этап прошла команда Мирнинского регионального технического колледжа. Она и стала чемпионом нынешних соревнований. Каждый новый тур доставлял нам огромное удовольствие и массу эмоций. Спасибо «Профалмазу» за такую организацию. Это важно, поднимать дух всех сотрудников. Спасибо компании. Вице-чемпионом стала сборная Мирнинского управления автомобильных дорог. Замкнули тройку призеров работники специализированного треста «Алмаз автоматика». Овации болельщиков еще не успели стихнуть, а организаторы уже обсуждали, чем будут удивлять участников и зрителей ровно через год на следующих веселых стартах. Анна Винокурова, Илья Засухин, Антон Каханский, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».